Книга «Открытым оком», том 3, тема «Политика», вопрос 1165. Вы говорите, что сейчас свобода слова, а передачи Солженицына по телевизору запретили, и по Барнаулу в книжных магазинах его книг нет. Где же свобода? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сейчас много глушителей свободы, но эта свобода есть, уничтожаемая под разными предлогами. При Сталине одна эта ваша записка стоила бы вам жизни. Та свобода, которая появилась при Горбачеве Михаила Сергеевича, стала могильщиком сатанинского режима коммунистов, как рассказывают не то случай, не то анекдот о начале перестройки. Митингует мужик и кричит, кавычки открыты, «Ничего у нас нет, ни спичек, ни мыла, куда только власти смотрят», кавычки закрыты. За ним наблюдают, в кавычках, компетентные в штатском. Один из них подходит к оратору и тихо говорит, кавычки открыты, «Благодари Бога, что у нас свобода сейчас, а в старое время тебя бы сейчас к стенке и шлепнули», кавычки закрыты. Мужик еще сильнее стал ораторствовать, кавычки открыты, «До чего дожили, ни спичек нет, ни мыла нет, и даже шлепнуть нечем»,